раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мама. Танцуем без причины каникул в стиле латино. Появится кто-то, проходит мимо, найди свою половину. Время летит, льется рекой текила. Новой интриги в поисках, хоть ты свой шанс оцени. Давайте выпьем уже! Это не образ разрыв. А ты дал мне водичью футболку. Музыку. Вы еще и потанцевать хотите на этих ходах? Я пройдусь еще на всех, как модель. Я сложу. Я их одел. Да, Демидушкой пахнет. Я даже его сейчас... Да, нормально, как модель. Будь мужиком до конца. Дорогая, потяни юбку, веди себя достойно. Да, с на пингвина похож. Испания. А я и спрашиваю, в наших платьях так же топовый видно. Ботинки нормально подходят. Да. А? Какой? Да. Бомж-стайл. Бомж-стайл. Была бы я мужиком, я бы носила вот не так они великие. Знаете, где у меня нога заканчивается? Вот тут. Нормально. А знаешь, где у меня нога заканчивается? Нет, ну извини меня, вот, посмотри, сколько у меня мест. У меня один палец вылазит отсюда. Еще есть футболка? Ну какая-нибудь. Это самая большая. А зачем тебе? Попросил плохо Пашу, Паша длиннее футболки. Давайте быстрей! Дай, пожалуйста, футболку. Какой карандаш? Как ты зовешь? Тут нету Паши, тут есть японская женщина. Мне кажется, Елена начинает понять. Очень тяжело в туфлях. Куда вы карандаш? Бля, блин, больше нет. Ты должен по-японски. Где зеркало должен лежать? Либо Ваня у нас, давай. Где я красился. Паша, ты должен так был сказать. Это да у нас Ваня наверное лежит, да. Это Ваня лежит, а покрасься. Вэлл сейчас зажжет. Он идет. Где Ванюха? Ой, розовая какая красивая. Ты рот свой быстро закрыл. Я тебе сейчас рот так закрою, кто сказал? Стой, описывать сама кто? Можешь? Давай, ты прикройся, хорошо. Слушай, Шушера, уедешь свою Бобруйск завтра. Простите, тебе даже простите, родина, подожди. Да. Где мой мужчина? Твой мужчина в Бобруйске сидит. Тебя даже в Бобруйске никто не захочет. Картошечку, Шушера. Лисий и носик. Они так и разговаривают. Хорошая. Слышишь, скорее. Джексон. Понятно. Джексон. Слышь, Джексона никто не что ты хочешь, я не знаю. Потрался, иди. Потрался, иди, слушай, я не знаю, сколько можно. Одноглазого пирата сделай ей. И Оля. Туда, и сюда. Оля, успокойся. Куда еще? Успокойся. Может быть, вы нос? А что ты без туфлей? Мне это нос, я дышу там. Слышь, кривоногая, в туфли не влазишь? Кривонога, не пи***и здесь, Шушера. Шушары, правильно. Демида, Демида, все нормально, улыбайся. Так нормально тусоваться в клубе без этого. С каблуком босиком нормально, да, ходишь? Эй, мразь, никто не смотрит? Рот закрой, шалава. Ой, стоит там, как на Ленинградке шлюха. В леопардовом платье на синем фоне совсем не... Есть свою нахабину, дешевка. Так, девочки, девочки, идите танцевать, а? Быстренько, быстренько. Давай здесь обсудим. Давай, давай, дорогая. Девочки, давай, давай. Мы будем на контакт со всеми. Давайте мы сядем, будем их смотреть, они будут перед нами танцевать. Ничего такого. Пошли сюда тоже, они перед нами будут. Давай, давай. Девочка, тебе сколько лет? 16 есть? Кто? А ты к кому? What is your name? Ой, Титамир, пардон, я тебя. My я так люблю, когда грязные шлюшки будут наказаны. Пойдем, накажу тебя. Я больше не могу так. А я танцую гонго в куле. Катрин с белыми волосами. Я тёлку, кто меня танцует. Ты себя видел? Катрин, я научился. А я тоже майка. А гонго здесь. Вот, смотри, ты там видел. Слушай, Ромас, ну... Ромас, эй! Катрин, грязный сетап. Что это дешевка? Катрин, Ромас, какой большой, что там мир? Давай сзади. Ты давай, шейк! Прекратить, можно дойти. Шейк давай! Грязный нет, это надо больше.
Мне не нравятся наши тёлки. Да, это брюнет, Настя, покажи. Ой, банан. Банан. Стой, ну без принципов, без брюнетов. Я больше так, давайте переодеваться назад. Нет. Танцушка. А чё у нас бритые какие-то все? Златовласка, не слушай их! Не слушай, ты хорошая девочка! Мальчики любят хорошую! Конкурс на лучший шейк! Принципами есть! Фейер, я из спорт! Нормально я Златовласку научил? Нет. Видели, как папа как делает? А Майкл, ты когда будешь выступать? Ну, Майкл, не кто-то сейчас Майкл, я понесла. Есть трактор, нет? Дебил, дина. Да, суки. Отвали, а. Иди отсюда, блин. Ты чё, блин, а? Возраст ты чё, охранника позвать? А где самая дешёвая? Ромас! 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 А я думаю, что? Чуть надо. Слышь, деньги мне сначала. Ты страшно, иди отсюда. Я мамочка. Я просто, знаешь, для меня переодевание, по сути, это стёб, да, это круто. Я просто знаю, мои меня не примут, они мне ебало разобьют. Я тебя не представляю в платье. Понимаешь, они меня ебало, они, для меня это как бы, ну, блин. У меня такое мировоззрение, такое воспитание. И я хотел сегодня, я завёлся, я уже ей там шлюха ебало. Молчай. Я уже то, всё. Я говорю, для меня какой-нибудь новенький, даже вот Ваня обозвал бы тебя шлюхой, а Кэтрин шлюхой, я бы сказал, слышь, ты ебало, ты чё вообще? Образом, ну, да? Я знаю. Ты стебанул, ты сказал, чувак, я тебя знаю, я понимаю, я почему знаю. Ты хочешь. Это понятно, что поэтому смешно выглядит. Поэтому понимаю, что нет. Ну, я хотел завестись. Я прям с утра уже встал, думаю, блядь. Я видел, да. Перестань. Я выбрал ее, зная, что она хочет выбрать меня. Она говорила об этом с Милой, с Катрин, с ним лично. Я стою за ней. Я такой, окей, думаю. Чувак, ну я для себя решаю, что он все равно с ней жить не будет. Я делал все, что он лежал. Он говорит, мы живем здесь в лаунже. И он утром вот эту хуйню начинает нести. Махать кулаками здесь я как бы... Да бессмысленно. Постараюсь решить нет, с помощью слов. Ибо махать кулаками, блядь, это удел дебилов, блядь, без нет, мозга. Понимаешь, есть главное правило, да? Он спортсмен, да? Слушай, это какой не факт, блядь. Нет, я подойду сзади просто, блядь, стулом, блядь, по башке. Это не по-мужски. Это по-мужски, ну, не по-мужски. Я говорю, я просто, я ну, с ним, да. Я с ним в открытый конфликт не пойду. Ну, он понятно. Будет спать, я пойду возьму стул и ебну по башке, блядь. Ну, понятно. Я не понимаю Дашу. При ее чуваке, как она думает, назвали ее шлюхой. Чем она никак не отреагировала? Да даже друга. Да я говорю, если бы вот при моих друзьях меня назвали шлюхой я и вот... промолчали бы Ромас и Сережа, я бы вообще бы это не поняла бы. Я говорю, а тут... Дорогие мои друзья, ширьте дальше. Это ладно, шлюх. Но он как бы сказал дальше. Ромас сказал, слушай... Может, ты много чего-то не знаешь. Нет, это тоже нет. Он сказал, типа, ну я тебя, чувак, понимаю, зачем ты с ней заселился. И Демид начал, ха-ха. Типа, ну, он ее... Вот этим, я считаю, еще больше. Этим еще больше. Он меня когда называет... Я не понимаю Ромаза, понимаю, как Даша, вот сиди при этом. Он мне говорит, это моя девушка. Я говорю, может, ты чего-то не знаешь, с каких пор она стала твоей девушкой? Он мне такой, я все знаю. Я говорю, ну если знаешь, то знаю. Ну, а Даша, Ну, блин, я Даша сказал, может, она в жизни хорошая, но здесь, наверное, для меня девушка легкого поведения. Ну, это факт. И это видят все. Вы, как девушки, может быть, этого, ну, конечно, видите, мы этого в другое. Это ее выбор. Да, это ее выбор. Я поэтому умываю, мне говорят, ты что, ее отдаешь Демиду? Я говорю, да здрасте. Пускай забирает. Я за девушкой легкого поведения никогда в жизни не боролся. Если бы она была достойна, если бы она была, сука, то это я увидел в ней. Вот Ваня пришел сегодня, выделил реально три качества, да? Там то он начал третье мудрить, я ему сказал, ты имеешь в виду, наверное, воспитанность? Он говорит, да. Для меня это, вот я считаю, что ты воспитан. Я считаю, что Кэтрин, да, обожглась где-то что-то как-то. Что это означает? Что к тебе даже а-ля Демид, о-го-го, подойдет тебя, там возьмет за попку, ты ему скажешь, слышь, ты... Ну, образом, да? И ты подходишь, не да я по-дружески там, я понимаю, я бы тебе подошел бы вот так сделал. Я тебе, ну да, ну это нормально, вот так это
Меня по попе дай. Свора гиен, блядь, знаешь? Я не понимаю, что там делает Сергей просто и все. То, что она мне не дала. Ромас? Про Олю, понимаешь, то же самое говорила ровным счетом, как про меня сейчас, я так понимаю. Я просто не знаю, что он именно про меня говорил, но я так понимаю то же самое. Потому что он говорит то, что типа там Оля. Слушай, а, да-да-да, а как вы думаете, кого он выберет завтра на свидание утром? Ван. Мне кажется, Катрин. Угу. А ну, слушай, да, я буду сейчас самого тупо спрошу. Да, ну это... Вот смотри, оно в идеале, конечно, было, выбрал, неважно, кого он выбрал, хоть меня, мне пофиг, да? То, что лучше бы, чтобы он жил вместе с кем? Все равно, либо Катрин, не то, что либо жил. Мила. Просто понимаешь, если... Не-не-не, выбрал либо Катрин, либо Мила. Смотри, но просто... Просто если у него иммунитет, чтобы он стал за Милой. Хорошо, если у него не будет его, то что? Да, я думаю... То он поедет домой. Ты думаешь, да? Уверен. Да. Если он не думает, он поэтому. Ну, понятно. Ну, потому что в любом случае, кто бы за мной не вышел, я выберу Диму. Вот у нас Мила очень хорошая, присмотрись, очень красивая. Ну, так орёт иногда, как мама. Ты. Ну, орать, знаешь, ну... Орать это, надо. Это нормально, но... Это надо. Иногда надо это все, но в меру, но справедливо, и не просто так, просто, там, знаешь... Ну... Кроссовки у нее клевые. Да, кроссовки у меня. Крутые у меня кроссовки. Ты еще не видел ее? Это то, что этот ее образ, это сейчас это такой стайл. Ты еще не видел, когда она. Ромас, я не помню, что за реклама, я не понимаю. В вечерних платьях, когда она. Ромас, я всегда так хожу. Она. Ну вот, да, есть моменты, когда я вижу тебя вечерних. Когда она дама. У нее улыбка очень красивая, да, такая? Ну-ка, улыбнись, улыбнись. Не, она очень красивая. И, но мой друг. И, конечно, я тебя буду рекламировать, так как ты мой друг. Знаешь? Как, не надо? Зачем? Ну как? Я же тебе не говорю, что ты... Кому надо, он поймет, какая я.